Каждое последнее воскресенье в ноябре, вот уже на протяжении многих лет, в нашей стране отмечается День Матери. В нашей жизни родная мама занимает самое важное место. Во все времена она была и остается самым главным близким человеком для каждого из нас. Светлана Янухова и Эльвира Гурина в день праздника стали мамами во второй раз. У обеих родились мальчики. И свой первый подарок от председателя Союза женщин и представителя ЗАГСа они получили в роддоме. 1 декабря председатель Союза женщин Зарема Гурижева и старший специалист отдела ЗАГСа Шамсет Цеева побывали в родильном отделении райбольницы и поздравили женщин, ставших мамами в канун Дня Матери. Верочка, поздравляю от Союза женщин, от себя лично, с долгожданным, или это уже второй мальчик? Это? Нет, девочка. Девочка первая, ну да, с долгожданным наследником. Удачи, счастья, здоровья, чтобы он рос красивым, здоровым и очень счастливым мальчиком. Спасибо. Услышал. И здоровым, крепким ребенком. Для новорожденных малышей гости передали плюшевые подарки. Для матерей это оказалось неожиданностью. Они, в свою очередь, поблагодарили Зарему Гурижеву и Шамсет Цееву за оказанное внимание. Примечательно отметить, что в ноябре в Кашхабльском районе родились 15 детей, 13 из которых мальчики. Пожелаем же новорожденным здоровья и счастья, а мамам терпения и успеха в дальнейшем воспитании.